Доброе утро. Вторник, 24-й год, 6 августа. Вы знаете, я вот сейчас молился в храме, а скажу, у меня очень тревожное состояние. Я думаю, что вы все смотрите, следите за новостями, что происходит сейчас. Я думаю, что вы видите, что происходит в мире, что мир стоит сейчас на пороге Третьей мировой войны. Что сейчас может зажечься такой огонь мировой ненависти на Ближнем Востоке, который пыхнет просто на все континенты. Вы видите, что происходит на фондовых рынках, вы видите, как обваливаются мировые экономики. Вы видите, что Америка за один день биржевых торгов потеряла триллион долларов. Триллион долларов. Вы видите, как на 10% просела экономика Японии, что как трясет азиатские фондовые рынки. Я думаю, что вы все это видите. Это всего лишь пару дней, всего начала работы экономики общемировой. Вы понимаете вообще, на пороге чего мы стоим? Не сегодня-завтра может начаться Третья мировая война. Рухнут экономики мира, везде начнутся дефолты, начнется тотальный хаос. Я не знаю, знаете, вот, ну, я вот молюсь, а сам я вот понимаю, что мы в состоянии это прекратить. Мы реально в состоянии это остановить. Для этого нужно всего лишь чуть-чуть. Встать на колени и сказать: Господи, прости. Прости нас за аборты, которые мы совершали. Прости нас за сквернословие. Прости нас за язычество. Прости нас, Господи, за то, что всегда тебе противопоставляли какие-то огороды, какие-то мирские дела. Нам все некогда было пойти в храм, помолиться дома. Нам некогда было изучить Святое Писание. Мы, Господи, жили ненавистью к окружающим людям. Мы ненавидели своих друзей, мы ненавидели своих врагов, мы всех проклинали, мы всем желали зла, мы улюлюкали и радовались, когда врагу плохо. Хотя я вот держу в руках Библию, сколько раз ее здесь перечитал, я нигде не увидел, чтобы в Библии написано было «ненавидь, проклинай своих врагов». Я не знаю, кто какие современные Библии пишет, но в тех древних письменах ничего об этом не сказано. Тут сказано «люби, люби врагов, молись за ненавидящих и проклинающих вас». Почему мы стали настолько озлобленными, почему мы не видим очевидного, что плоды нашей ненависти, плоды нашей вот этой жестокости, это именно то, в чем мы сейчас живем. Мы сейчас, еще раз говорю, если начнется война на Ближнем Востоке, это, можно сказать, Третья мировая война, туда втянется весь Ближний Восток. Посыпятся все фондовые рынки, наступит коллапс экономики общемировой. А это будет говорить о том, что еще немножко и голод наступит. Это не метафора, голод. Это сейчас вы хлеб выкидываете в мусорники, а потом вы будете собирать крошки. Люди, кайтесь, молитесь, просите Бога о прощении грехов. Иного оружия у нас нет, а поверьте, оно действенное. Мира вам!